Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Ну что же, как и обещал, у нас сегодня на обзоре очередной мем-токен, который называется I Love Snoopy. Проект действительно мне понравился, у него очень большие перспективы, он уже торгуется и показал уже немало иксов, но я думаю, что это только начало. Сейчас они торгуются только на децентрализованных биржах, но уже сегодня они залистятся на MEX. Ну а далее у них запланированы еще 4 биржи, и все это произойдет в ближайшее время. И я думаю, что данная монетка может полететь еще больше вверх. Поэтому давайте знакомиться с этим проектом более подробно. Ну а для этого перейдем на их сайт. Ну что же, вот мы с вами и на сайте www.snoopy.land. Ссылочку я оставлю обязательно в описании, как и на их сайт, так и на их соцсети, это Twitter, Telegram. И если у вас будут какие-то вопросы, вы сможете позадавать их в их группе Telegram, вам обязательно помогут и подскажут. Итак, как я и говорил, Snoopy это у нас мем-монетка. Сделана она на блокчейне Binance Smart Chain. И как мы видим, ближайшие биржи, которые они планируют залиститься, это MEX. Да, то есть на MEX они залистятся уже сегодня, 16 числа. Да, то есть здесь у нас имеется... уже даже пост, да, то есть трейдинг начнется у нас 16 мая в 10 часов АМ, да, то есть уже совсем-совсем скоро. Следующие биржи, которые у них будут, это BitTrue и Bitmart, ну а также в будущем, как обещает нам команда, они залистятся и на биржу Binance, да, то есть надеюсь это произойдет. Конечно, им нужно увеличить сейчас объемы, да, то есть и по количеству холдеров, и по объему торгов. Но я думаю, именно с данными биржами они как раз таки их увеличат, и действительно мы можем увидеть их на Binance. Если вы пропустили такую монетку, как Pepa, да, то есть, соответственно, я думаю, что со Snoopy можно как раз таки поймать эти самые иксы. Да, то есть устали от бесконечных мемов, сделайте перерыв и попробуйте на Love Snoopy, да, который гарантированно заставит вас улыбаться каждый день. Ну и, соответственно, главная цель, конечно же, как и любой мем монетки, это сделать нас еще более богаче, да, то есть это как можно больше иксов. Здесь у нас показано, как купить Love Snoopy, да, то есть вам понадобится кошелек, именно кошелек MetaMask, настроенная сеть Ethereum, ну, соответственно, там при создании у нас сразу Ethereum, вам понадобится Ethereum сам, да, для покупки, ну и, соответственно, переходим на Uniswap и приобретаем, да, то есть если мы посмотрим с вами на график, да, то есть мы видим, вот у нас как раз таки эта монетка, стартанули, но совершенно недавно, да, то есть вот у нас график там от 13 мая, соответственно, 3 дня, и постоянно у нас цена идет вверх. И это все еще без основных бирж, да, то есть бирж, считай, не было, листингов не было, а торгуются только на Uniswap. Обычно мем-монетки, да, то есть они только, ну, растут, в основной рост у них начинается только после листингов, здесь их еще не было, соответственно, да, то есть после листингов, я думаю, что полетит выше, и можно поймать еще хорошие иксы. Если захотите приобрести, то переходите по ссылочке, соответственно, на Uniswap, выбираете, за какую монету будете покупать, да, вводите сумму, соответственно, нажимаете кнопочку «Обменять», да, то есть здесь нажимаете «Подтвердить обмен», ну и, соответственно, просто все это дело подтверждаете вашим MetaMask и оплачиваете комиссию. Комиссия на данный момент у нас $15, ну, такая вот комиссия, да, на эфире она всегда, поэтому на мелкую сумму, конечно, нет смысла приобретать, потому что у вас просто это дело съест комиссия. Также у них прямо на сайте можно приобрести, да, у них тут встроенный такой Uniswap, вы можете просто на сайте ввести все данные, соответственно, и также приобрести, да, то есть не переходя уже на основной Uniswap. Что касается их токен экономики, то такое количество токенов, да, ну большое, как у любого мем токена, 70% вливания в ликвидность на DEX, да, то есть непосредственно на Uniswap, 20% они выделили именно на централизованные биржи, да, на которые они и будут листиться, ну и 10% циркулирующего токенов, да, идет для питания проекта, ну то есть там для маркетинга и так далее. Как мы видим, вот эти вот кошельки, да, Love Snoopy, DEX, Wallet и так далее, да, то есть вы можете их отслеживать, это все именно ENS, и, соответственно, можно это все смотреть, да, то есть вот они кошельки, которые любой желающий может зайти и посмотреть, сколько там токенов, куда они уходят и так далее. Также 50% всех комиссионных за транзакции будут сожжены, ну и 50% будет направлено именно в пул ликвидности, да, то есть токены постоянно сжигаются, это тоже положительно влияет на цену, да, то есть они уже сожгли 10%, да, своих токенов,
И, соответственно, вот, да, то есть сжигание 10%, оно завершено, это было вчера, ну и цена из-за этого еще сильнее выросла. Постоянно они будут сжигаться, и, соответственно, цена будет у нас постоянно, соответственно, расти. Поэтому лучше прикупить сейчас, да, и, соответственно, потом уже на Мексе, да, вы сможете, я думаю, продать дороже, вот как раз-таки, что это, ну, там, не вранье, и Мекс точно будет, да, то есть здесь они уже появились, соответственно, торги начнутся у нас в 10 часов. И там уже можно будет их покупать, продавать и так далее. Далее давайте посмотрим дорожную карту, да, то есть что у нас здесь запланировано, что сделано, да, то есть на самом деле у нас нет никакой особой цели, мы просто сделаем все возможное, чтобы повеселиться, ну и получить удовольствие. Ну и, конечно же, вырасти свой токен, пропампить его, соответственно, покорить, да, мемкоины все и дать всем начальным холдерам, конечно же, заработать. Итак, первое, что они сделали, это запустили свой веб-сайт и, соответственно, запуск также социальных каналов, да, это Twitter и Telegram. Ссылочки на них я также оставлю, да, то есть в Твиттере у них уже 85 тысяч подписчиков. Очень и очень хорошая цифра, да, учитывая то, что они запустились, ну, буквально несколько дней назад. Также и Telegram насчитывает 23 500 участников, да, соответственно, тоже очень хорошая цифра. Как раз таки их они запустили, да, то есть первое сжигание токенов, ну, они уже сожгли 10%. Далее листинг на CoinMarketCap, на CoinGecko, ну, соответственно, они уже появились, да, на CoinMarketCap, здесь можно отслеживать. Их график также, да, то есть вот у нас график постоянно растет, вот памп хороший был, потом опять такой рост. Ну, я думаю, что когда появится на биржах, да, то есть рост будет еще больше. Также сейчас они проходят аудит от Certica и в скором времени они выкатят все данные. Далее листинг на централизованных биржах. Сегодня уже будет первый листинг, это на MEX бирже. Соответственно, в будущем будут еще новые биржи. Ну и на этом дорожная карта у нас заканчивается, да, то есть для мемкоина дорожная карта обычно вот такая, да, соответственно, я думаю, в будущем они что-то допилят и придумают. Ну вот как раз таки про эти две биржи, соответственно, здесь у нас не написано, да, какого числа, но я думаю, что они будут в мае, да, то есть, ну, май написано, а какого именно числа еще нету. Ну и новые два листинга, это, соответственно, самый такой главный листинг, который все, конечно, будут ждать, это Binance, и я думаю, что они могут действительно там появиться. По холдерам, да, то есть мы видим, что холдеров у нас 2170, ну то есть не так много, потому что проекту несколько дней, да, о нем мало кто знает, но за такое маленькое количество, да, то есть неплохая сумма, я думаю, что сейчас они будут расти после того, как появятся именно на бирже. Ну и, соответственно, у нас количество холдеров также будет увеличиваться. А вот как раз-таки транзакция на сжигание, да, вы можете ее посмотреть на нулевой адрес, да, то есть все это здесь есть. И транзакция действительно была, то есть они не врут, 10% вот у нас сгорело, и в будущем будет сгорать еще больше. Ну что же, на этом мое видео подошло к концу. Я еще раз вам напомню, что я никого не призываю инвестировать в данный проект или в какой-либо другой. Я просто высказываю свое мнение и делаю обзоры на различные проекты. Инвестировать в них или нет, вы, пожалуйста, решайте самостоятельно. Все ссылки на данный проект вы, как обычно, найдете в описании под этим видео. Переходите и изучайте. У меня же на этом все. Я, как обычно, желаю вам большого профита и всем пока!